Висегинской академии творчества и искусств прошел фестиваль художественного творчества «Осенний марафон 2023». Мероприятия проходили с 27 сентября по 1 октября. В эти дни были организованы выставки работ учеников академии, инсталляции, просмотры фильмов и, конечно же, выступления юных артистов. Самое массовое мероприятие состоялось 29 сентября во дворике академии, где свои умения показали юные певцы и танцоры, а педагоги ВКМА провели мастер-классы с гостями праздника. Я тут нашел своих одноклассников, и мы здесь много игр играли. Ну да, очень классно. Наш друг сейчас за роботами наблюдает. Ученики Висегинской академии творчества и искусств провели игры и викторины, в которых приняло участие немало детей. Маленькие висегинцы остались довольны праздником. У меня очень хорошее настроение, мне нравится танцевать. И я пока что еще ни на каких не была занятий вот тут вот, на этих столиках. Настроение у меня во, класс. Мне понравились фиксики, естественно, музыка, обожаю их. Молодцы, тогда поехали. Запомнилась, наверное, игры. Знакомая песня. Мне тоже очень понравились их эмоции, вот так. Очень нравится. Не знаю, что еще сказать. В этом году мероприятие было посвящено не только Международному дню музыки, который отмечается 1 октября, но и дню рождения Висегинской академии творчества и искусств. Праздник очень классный. Я на него попал, шел на судомоделирование. И настроение отличное, очень поднял. Смотрел роботов, как программировали. Я смотрел везде. Порадовала участников праздника и погода. У всех собравшихся было прекрасное настроение. Уже третий год подряд, как мы проводим праздник «Осенний марафон». В этом году это прекраснейший праздник, потому что сама госпожа природа подарила нам его. Солнечные прекрасные дни, и мы на улице организовали множество мероприятий. Это и инсталляции, и выставки, концертные программы, где участвовало много-много наших ребятишек. Ну что сказать, так получилось, что в канун Дня музыки у нас день рождения и нашей академии. Ну что, музыка – это жизнь, музыка крыляет, музыка вдохновляет. Академия дает возможности реализоваться нашим маленьким чудесным талантам. Что могу сказать? Спасибо, госпожа природа, спасибо Академии, спасибо музыка. С праздником, Академия, с днем рождения, музыка!